На! Приходи домой! Придержи. Выходи! Сойдемся в поединке! Ты сначала с собственными сапогами сойдись, недомерок. Выходи, говорю! Я Ронмит из Малого Луга, связанный с священным обетом. Сочувствую. Что ради прекраснейшей девы Ягодки 100 рыцарских поединков проведу. Обнажи свой меч как можно скорее, ибо я спешу. У меня еще 99 боев останется. А почему ты хочешь драться именно со мной? Я к твоей деве Ягодке никакого неуважения не проявил. Хм. Так признай же, что дева Ягодка всех дев на свете краше. Я же ее в глаза не видел. Ага, не хочешь? Такое оскорбление можно смыть только кровью. Довольно. Пощады. Ну что, хватит с тебя? Да. В этот раз тебе повезло. Но когда мы сойдемся снова... Возвращайся к деве Ягодке, пока я не передумал и не пересчитал тебе все кости. Мы еще встретимся. Это должно быть доброго, та самая деревня из контракта, только что-то тут тихо. Теперь помедленнее. Трупоеды, прекрасно. Случилось что-то недоброе, даже до того, как пришли трупоеды. Тело разорвано трупоедами. Непонятно, что убило беднягу. А тут богато. Особенно для Вильяма. Голова лешего. Отрезано острым ножом. Ну и дело. Кажется, кто-то меня опередил. Раны от меча. Огонь еще горит. Это случилось недавно. Умер без борьбы. Его зарубили. Распоротое брюхо. Наверняка погиб, защищая хозяев. Первый удар в шейную артерию, второй в бедренную. Он умер быстро, даже не успел защититься.
Клинок вошел сзади между позвонками, перерезал нервные волокна. Она не могла двигаться, истекла кровью. Повешу твою башку у седла. Клинок повредил внутренние органы. Резанные раны, неглубокие, но все по артерии. Засов, расколот пополам. Кровь. Смешано с чем-то еще. Этот запах. Алкоголь, склеродерма. Рука отрублена выше локтя. Одним ударом. Какой-то эликсир. Вилы. В ближнем бою опасное оружие. Пышные усы, пухлые щеки. Кто-то важный. Погиб отколотые раны. Клинок прошел между ребрами. Прямо в сердце. У него что-то в руке. Цепочка серебряная. Он сорвал ее с кого-то. Чтоб тебя... Стой! Кукла и следы детских ног. Влезла в одно окно, а вылезла через другое. Ловко. Спокойно. Я тебе ничего не сделаю. Успокойся, маленькая. Я хочу поговорить. Оставь меня! Убийца! Ты что-то напутала, у я... Тоже? Как у того? У того, кто всех поубивал. У него было два меча, как у меня за спиной? Ничего не скажу. Уходи. Это ведь твоя кукла? Моя. А как ее зовут? Веснушка. Красивое имя. Отдай мне ее, пожалуйста. Я отдам тебе куклу, если ты мне сперва расскажешь, что здесь случилось. Обещаешь? Даю слово чести. Ну, в лесу завелось лихо. Дядюшка Себемир сказал, что надо позвать ведьмака. И пришел один такой, совсем как ты. Только смотрел он как-то злобно. Принес башку лихо. Только дядюшке Себемиру что-то, видно, не понравилось. Очень они друг на друга кричали. Ну, а потом пошли в хлев, и там... Там... Об остальном я догадываюсь. Меня он отпустил. Не знаю почему. А потом пошел вон туда, в сторону круга, куда мы приносим дары богам. Я спряталась в хлеву и нашла вот это в сене.
Школа кота. Спасибо, ты мне очень помогла. Что теперь с тобой будет? У тебя здесь есть родня? Тетя, в роднике. Я отведу тебя к ней. Но сперва надо заняться этим нехорошим господином. Подожди меня здесь вместе с Веснушкой. Никуда не уходи и не шуми. Поняла? Сиди тихо. Если он правда пошел в сторону круга, стоит начать оттуда. Это, похоже, тот каменный круг. Ну, посмотрим. Следы ног. Едва различимые. Должно быть он. Покончим с этим. Еще один ведьмак. Ну, мир тесен. Ты кое-что потерял. Надо же! Ты дал себе труд проделать такой путь, чтобы вернуть мне медальон. Благодарю. Цеховая солидарность все еще жива. Ага. А цеховая репутация чувствует себя уже хуже. Люди нам этой резни не забудут. Да ладно. Несчастный случай на производстве. С каждым может случиться. Ну, что тебе еще надо? Я не отпущу тебя живым после того, что ты сделал. Я понял. Что, даже не выслушаешь мою версию? Здесь не суд. Вставай. Раз уж ты такой благородный защитник угнетенных, может, дашь мне сперва выпить ласточку, а? Ты же видишь, что я ранен. Уравняем шансы. А мне казалось, ты любишь неравный бой. Это точно. Только если преимущество на моей стороне. Не в этот раз. Бери меч. Кто-нибудь не учил.
что он тебя тоже обидел. Не обидел. Он уже никого не обидит. Так ты отведешь меня к тете? Тут страшно. Конечно. Пойдем. А может, ты возьмешь меня на плечи? Тогда пообещай не дергать за волосы. Обещаю. Ну, поехали. Ты что тут делаешь, негодница? Я? Ты ведь у нас в деревне. Там никого. Я все объясню. Иди в сторонку, поиграй немного, хорошо? В Доброве была резня. Никто не выжил. Кроме этой малышки. Боги, что там случилось? Бандиты напали? Нет. Это был другой ведьмак. Они его вынудили. Правду о вас говорят, что вы убийцы без сердца. Изверги. Не все. Его настигла кара. Высшая из возможных. И думаете, это что-то исправит? Что люди простят вас? Нет, не простят. Будут нас бояться и ненавидеть. Я привык. Какая разница? Я пришел сюда не за тем, чтобы искать примирение. Ты о ней позаботишься? По правде, лучше бы она с вами осталась. Что такое? Сперва обзываешь меня убийцей, а теперь хочешь отдать мне ребенка? У вас она, по крайней мере, не будет голодная ходить. У меня 4 внучат. Было 6. Прошлой зимой мы 2 похоронили. На супе из коры тяжело прожить. Возьми деньги. Это на еду. Только на еду. Если я сюда загляну и вижу, что вы тут водку пьете... Так много? Пусть вас боги хранят, сударь-ведьмак. Пусть они вас не оставят. Ну, мне пора. Уже? А почему? Такая судьба у ведьмака. Всегда в дороге, всегда на пути. Ты будешь меня навещать? Может быть. Не скучай. Милка, пойдем купим немного муки. Тетушка тебе оладушков напекет. Ну, согласна? Согласна.